это за листы? Меня зовут Ангира. А меня Даяна. И сегодня мы подготовили для вас анкеты из 2000-х годов, где опросили наших сверстников. Если вам интересно, смотрите видео до конца. Поехали! Мое любимое место в городе – это магазин софт, это магазин аксессуаров. Это место, где есть Wi-Fi. Я люблю дом, свой дом. Наверное, на пагоде там. Красиво. Я думаю, мое любимое место в городе – это парк Дружба. Такого нет. Ну, самый неловкий момент, когда я пошел гулять с ребятами, я чуть не сломал себе руку, но зато попал в лужу. В самых лучших моих нарядах. Наверное, когда я в первом классе уснула на парте, а потом сидела на уроке как сова. Однажды меня попросили выйти на сцену и спеть на корпоративе, но я забыл слова и не сказал ни слова. Это, наверное, его нет. Я нечаянно надела неправильный носок и потом пошла гулять. И было некрасиво. Неловкий момент. Наверное, такого еще не было. Когда я выходила к доске, и там, ну, запорола все, там, закосячила, заглубила. Короче, все ужасно сделала, даже заматерилась там. Ходила в школу. У моей одноклассницы была собака большая, и я нечаянно подошла ее погладить, а она была злая, и еще без цепи, и она побежала за мной. Я помню, как мы с друзьями перелезли на карусели через сетку, и потом за нами тоже бегал охранник. С другом решили пойти на железнодорожный вокзал и побегать под поездами. Потом пришлось убегать от охраны. Держать петарду пятого красавца в руках. Я пошла в музыкалку. Когда я выпустила свою большую собаку, и она убежала. Но вскоре мы ее нашли и запустили обратно. Я помню, я качалась на качельках, потом захотел качаться мой брат, он столкнул меня, а потом мне эти качающиеся качели, они долбанули по передним зубам. У своего дедушки прошу, чтобы он либо включил мне свет, и я говорил так: «Ака, включи сета», или когда хотел, чтобы он принес молоко: «Ака, принеси сико». Когда родители уезжали на несколько месяцев, я оставался один дома и делал, что хотел. Когда мы строили с подружкой больницу для муравьев. Когда папа сделал дома качели. Когда мы в детстве ходили в походы, это было очень увлекательно. Ну, когда я ездила в степь, там, короче, я увидела волка, и я такая, типа, волк! Ну, давайте. Я боюсь высоты. Я боюсь темноты. Боюсь умереть. Боюсь одиночества. Боюсь пауков. Боюсь высоты. Я боюсь остаться одна. Я хочу жить в Америке, потому что это город возможностей. Я хочу жить в Сингапуре, потому что это город будущего. На Гавайях, там всегда красиво и спокойно. В Москве, там больше возможностей. Я бы хотела жить в Японии. Там красиво, там делают аниме. Я хочу жить в Великобритании, потому что там красиво. Большие леса. На Мальдивах, там красиво. Бачу, он снайпер. Взяла бы кого-то очень близкого ко мне. Хотела бы с мамой. Папу? Я бы взяла маму, потому что она бы что-нибудь придумала. Я бы взяла бы, наверное, либо мою сестру, либо мою маму. Шеф-повара. Я мечтаю, чтобы все, кого я знаю, были здоровы.
Получить бриллиантовую кнопку. О хорошем будущем. Воровать булочки из магазина. Стать успешным хирургом. Я мечтаю, чтобы у меня было светлое будущее и много-много путешествий. Добиться успехов в любом деле. Успешной женщиной. Успешным человеком. Хорошей бизнесменшей. А связано что-то с творчеством, парикмахером или косметологом? Успешным человеком. Кондитером. Королем Ютуба.